Средневековая жизнь. Крестьянин. Жил-был крестьянин, доля его была тяжкой. Он круглый год работал в поте лица, почти как раб. Не говоря уж о других его бедах. Он был болен, его угнетали, и он был грязным. Ведь никто не хочет быть средневековым крестьянином. Жизнь крестьянина в средневековье – худшая участь. Терри Джонс. Однако мы можем лишь догадываться об этом, ведь крестьяне сохранили для своих потомков очень мало свидетельств о своей жизни. Но летом 1381 года они оставили нестираемый след в истории Англии. Восстание крестьян застигло всех врасплох. Это было просто поразительно. Десятки тысяч крестьян внезапно явились в деревушку Блэкхит в пригороде Лондона и потребовали, чтобы король положил конец крепостной зависимости, отменил налоги и власть аристократии. Король, которому было всего 14 лет, естественно, сказал, что подумает. Крестьяне хотели свободы, равенства и братства. Когда? Немедленно. И это за 400 лет до французской революции. Как вам такое? Король, который слушал их с лодки, стоявший посреди реки, отправился домой ужинать. Крестьяне поняли, что нужно подкрепить свое требование силой. Они пронеслись по Лондону, убивая сотни фламандских купцов. Неясно, правда, зачем. Одной из групп удалось пробиться в лондонский Тауэр и ворваться в покои короля. Там, по свидетельствам таблоидов того времени, они тыкали во все грязными палками, а кто-то даже попытался поцеловать королеву мать. Затем они выволокли архиепископа Кентерберийского и казначея во двор и отрубили им головы. А потом насадили их на шесты и пронесли по городу. Увидев это, вы бы решили, что это психи, сбежавшие из психбольницы. Так думали многие и тогда. Но их действия были хорошо продуманы, тактически выверены и политически обоснованы. Они отлавливали законников. Они сжигали налоговые и юридические документы. Они намеренно уничтожали свидетельства своего рабского происхождения. Но как группа простолюдинов смогла организовать такую продуманную акцию? В конце концов, они ведь были всего лишь грязными крестьянами. Средневековое феодальное общество представляло собой пирамиду с королем на вершине и крестьянами в основании. Землей не владел никто, даже лорды. Они лишь пользовались ею взамен, предоставляя королю своих людей. Крестьяне гнули спину на полях, обеспечивая тех, у кого были дела поважнее, например, молитвы или войны. Превосходная система, скажу я вам, вонючие крестьяне. Но лорд частенько покидал свои земли, сражаясь за короля, и должен был полагаться на способность своих крестьян к самоорганизации. В каком-то смысле средневековый крестьянин принимал большее участие в самоуправлении, чем мы. Конечно, тот уклад жизни навсегда утерян. Мы никогда не узнаем, каково было жить при такой системе. Разве что в том месте, куда я сейчас направляюсь. Деревня Лэкстон в Ноттингемшире – единственное место в Англии, до сих пор живущее по средневековой системе. Ее центром был местный суд. Он ежегодно избирался арендаторами и отвечал за формулировку подзаконных актов, сбор налогов и охрану закона и порядка. Сегодня задача суда – следить за тем, как возделывается земля. Раз в год, в особый день, присяжные проверяют, не нарушает ли кто-нибудь существующие правила. Земля поделена на наделы, как и 800 лет назад. Участки разгорожены не заборами, а межой, являющейся частью общинных земель.
Это узкая зеленая полоса, граница, разделяющая два участка. Один принадлежит мистеру Гладстону, второй мистеру Ноблу. Но она не прямая. Нет. Она извилистая. Я думал, она широкая, пару метров, как хороший газон. Горе постигнет того, кто нарушит эти границы. Едва мы пришли на место, как обнаружили следы нарушения. Выдранный кусок дерна. Кто это сделал, Рой? Нужно вернуть на место. Так значит, это общинная земля? Да-да, кто-то перекопал ее, да. Это называется перепашка. Мы не будем класть его на место. Нарушитель должен был сам все поправить. Это серьезное, серьезное нарушение. Насколько будет оштрафован нарушитель? Думаю, на пару фунтов, да. Теперь пора взяться за размежевание участков при помощи все тех же высокотехнологичных средневековых методов, которые частенько вызывают жаркие споры. Сюда. Видишь? Сюда. Да. А может быть сюда? Пять. Нарушение границы во время пахоты воспринимается очень серьезно и рассматривается на заседании суда. Это торжественное мероприятие, которое вот уже много веков проходит в пабе. Итак, джентльмены, я объявляю о начале заседания. О да, о да, о да, о да. Приказываю всем, кто имеет отношение к судебному разбирательству, именем Ее Королевского Величества подойти ближе. Боже, храни королеву и нашего лорда. Расследование показало, что была нарушена межа. На Стюарта Роуз налагается штраф в 10 фунтов за перепашку межи. Мистер Роуз, у вас есть что сказать в свое оправдание? Да, просто в этом месте мы уже сажали, там были ростки прямо у межи. И я думал, что не залезаю за границу, к тому же, на мой взгляд, 10 фунтов – это слишком много. Но вы согласны, что нарушили границы? Да, может быть, но я пахал по старой разметке. Кто-нибудь хочет взять слово? Я думаю, штраф. В средние века этот суд мог рассматривать и дела об убийстве. Суд предлагает снизить штраф с 10 до 5 фунтов. Все согласны? Да. 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 Конечно, лордам было удобнее отдать рутинное дело производства на откуп крестьянам, но была одна заковыка. Опыт оперирования законом и его охраны мог превратить крестьян в специалистов по собственным правам. И когда это на самом деле произошло, они обернули сие знания в свою пользу. Однако иногда они прибегали к необычной тактике. Например, в 1200 году король Иоанн объявил о своем визите в Ноттингем. Жители близлежащей деревушки Готэм сообразили, что он может проехать через их селение, а значит, их дорогу назовут Королевской, что повлечет за собой новые налоги. Что же они сделали, когда прибыли гонцы короля? Все в деревне притворились безумцами. В ту пору безумие считалось заразной болезнью, и этот ход был вполне разумным. Король мудро избрал объездной путь. Но, несмотря на свою хитрость, крестьяне были крепостными. Владелец поместья обязан был предоставить королю войско в случае нужды, а крестьяне обязаны были определенное количество дней работать на лорда в обмен на землю. Историки назвали такую схему «отработочной повинностью». Интересно, тяжела ли была такая повинность? Например, крестьяне, работавшие на этих полях 600-700 лет назад, несли одну из тяжелейших повинностей в стране. Они должны были работать на своего лорда по 50-60 дней в году, чтобы рассчитаться за землю и заплатить налоги. Ныне большая часть этих земель принадлежит заводу BMW. На уплату ренты и всех налогов уходит 80 дней труда каждого работника конвейерного производства. Это почти на месяц дольше, чем у самого забитого средневекового крестьянина. Более того, феодальная система была двухсторонней.
У лорда тоже были обязательства перед крестьянами. Два раза в год он обязан был устраивать пир для крестьян в качестве благодарности за труд. Не припоминаю, чтобы налоговый инспектор когда-либо приглашал меня на ужин. Естественно, владелец поместья жил по-барски. Но какую лачугу называли своим домом его крестьяне? Ответ можно найти в самой новой из древних британских деревень Космистоне в пригороде Кардиффа. Археологи со всей тщательностью воссоздали целое средневековое поселение. Здесь поразительно широкий выбор недвижимости. Во-первых, холостяцкий угол, или иначе доступное жилье для одинокого работающего крестьянина. Несладкая у него была жизнь, верно? Временами да, но нам нужно избавиться от современных представлений о комфортной жизни. Значит, вот так жил представитель самых низов. Да, самых низов. Нил Коулс. Тут просторно. Да, это небольшой уютный домик, но больше у него ничего не было. Кем он был? Он был безземельным работником, потерявшим землю. Из низов, из самых низов. Но у него был очаг, чтобы готовить. Да, и простейший котелок. Для топки использовались совсем маленькие щепки, потому что за дрова приходилось платить лорду. Крестьянин просто шел в лес и собирал хворост. У него была кровать. Прекрасная кровать, состоящая из матраса, набитого соломой, а также пара грубых шерстяных одеял. Наверное, тут было много вшей. Надеюсь, не слишком, потому что здесь есть немного отравы, которая теоретически должна была отпугивать их. Если это самое дно низшего сословия, то как же жила его верхушка? Следующий в списке – элитный семейный дом на двух человек. Домик мечты для зажиточной работающей крестьянской семьи. Чей это дом? Это дом старосты. Старосты? Более дорогой. Каждый год свободные арендаторы избирали сельского старосту, который был своего рода деревенским управляющим. Он следил, чтобы все должным образом возделывали землю. Он был зажиточным человеком. Он не получал деньги за то, что был старостой? Верно, он был состоятельным фермером-арендатором. У него первоклассный очаг. Он мог себе это позволить. Я вижу кухонный буфет. Очень важный элемент, особенно для жены старосты. При входе первым делом была видна посуда. Гордость хозяйки. Да, она выставляла горшки на показ. Смотрите, я богатая. Есть несколько прекрасных образцов. Это керамика Сантанж. Что-то французское? Именно ее привезли из Бордо, вероятно, в ходе торговли вином. Если кто-то среди крестьян и пил вино, то только староста. Что ж, возможно, я бы все-таки не отказался стать средневековым крестьянином. Пол из струганных досок, полки с безделушками, немного вина из Бордо. Может быть, идеальный дом средневековья не слишком отличался от сегодняшнего, но я пока не выяснил, что они ели. Вот что. Похлебку. Судя по всему, рецепт этой похлебки таков. Собери все, что есть, брось в горшок с водой и вари 2 часа. Все, что было собрано на полях, нужно было долго варить, поскольку в качестве удобрений использовались человеческие фекалии. Даже салат нужно было кипятить, хотя он вообще растворялся. Ладно, попробуем. Ну? По-моему, отвратительно. Но можно добавить каких-нибудь приправ, чеснок, например, и будет вполне неплохо. Также они делали суп быстрого приготовления, который можно было взять с собой в поле, а потом развести его пивом и съесть, если уж очень хотелось. Но хорошая новость в том, что крестьяне пили много пива. Но до 1420 года у них не было хмеля. А потом его завезли из Фландрии. Поэтому им приходилось варить пиво из других ингредиентов. Например, вот это пиво сварено на восковнике. В принципе, то же самое. Они предпочитали пить алкогольные напитки, а не воду, поскольку в те времена вода считалась питьевой только условно. Oh,
Кстати, очень вкусно. Центром каждой деревни была церковь, и общественная жизнь селян вертелась вокруг нее. Средневековая церковь знала, как привлечь паству. Именно здесь крестьяне устраивали вечеринки, ставили любительские спектакли и даже проводили футбольные матчи. И местный священник варил собственное пиво. Это привлекало сильнее, чем игра на гитаре. Но церковь ждала ответной благодарности от крестьян. В Пейнсвике, графство Глостершир, со средних веков сохранилась причудливая церемония. Крестьяне демонстрируют свою любовь к церкви, вводя хоровод. Добро пожаловать на нашу ежегодную церемонию. Ну что, все взялись за руки? Теперь мы обхватим нашу церковь хороводом, обнимем нашу любимую церковь. Еще одной причиной их любви к церкви было обилие церковных праздников, точнее, празднеств. Если вы думаете, что современные люди чаще отдыхают, подумайте еще раз. Сейчас в Британии 8 государственных праздников. В средние века церковь настаивала на 80. Картина жизни крестьянина все больше проясняется. Но я хочу понять ее до тонкости. Поэтому меня познакомили с настоящими средневековыми крестьянами. Больными их не назовешь. Экспертиза установила, что жителям йоркширской деревушки была доступна квалифицированная медицинская помощь. А что с этим парнем? У него прямо в центре черепа большая дыра. Да, очень необычный случай. Это похоже на черепно-мозговую травму. Доктор Саймон Мейс, с которой поработал нейрохирург. Этот человек получил удар тупым предметом где-то в эпоху нормандского завоевания. Ему проломили череп. Но если присмотреться внимательно, видны следы работы хирурга. Парню пробили голову, и хирург сказал, нужно убрать фрагменты черепа. Он знал, что лучше сделать так. Вот именно. Парень ходил по округе с дыркой в голове. Да, только она была прикрыта волосами. Сверху наросла кожа? Да, конечно. У него было отверстие до самого мозга, но он был жив-здоров. Судя по костям, многие крестьяне жили больше 60 лет. И хотя есть признаки дефицита питания, такая диета имела свои плюсы. Одним из преимуществ было то, что у них были здоровые зубы. Процент гнилых зубов очень мал. Это потому, что они не ели сахара. Их пища была очень грубой и счищала зубной налет. Это вы сами видели. Поэтому кариеса почти ни у кого не было. Но зубная щетка им все равно не помешала бы. Посмотрите сюда. Вот на эти ужасные отложения на зубах. Омерзительно. Вообще-то, это минеральный налет, который накапливается годами. Он демонстрирует, что эти люди совершенно не знали о гигиене полости рта. Боже, как же у него воняло изо рта. Дурной запах изо рта наверняка был настоящим проклятием. В Уэльсе жена крестьянина могла развестись, если у мужа дурно пахло изо рта. В древности тоже не дураки жили. Историки считают, что крестьяне не были так невежественны, как предполагалось раньше. Главное было отдать ребенка в нужную школу. А это значило, что порка со стороны священнослужителя ему обеспечена. Сельские священники учили крестьянских сыновей грамоте. Один из 10 мальчишек вступал в клир. Некоторые крестьянские сыновья становились представителями продвинутой интеллигенции. Как, например, Уильям Уикем. Уильям родился в крестьянской семье, но стал одним из самых богатых и влиятельных людей в Англии и даже занимал пост лорда-канцлера, причем не один раз, а дважды. Он достойно распорядился своим состоянием. Он основал одну из самых старых школ в Англии – Винчестерский колледж. Очень мило. Уильям никогда не забывал о своих корнях и основал эту школу для 70 крестьянских сыновей из окрестностей.
Сейчас крестьян здесь почти нет, но девиз Уильяма до сих пор висит над головами сегодняшних учеников. «Аут диске, аут дискеде». «Учись или уходи». Затем он добавил третий вариант. «Или получи на орехи». Поймите правильно, грамотность была нужна крестьянам не для того, чтобы читать на досуге или разгадывать кроссворды. Они хотели выучить достаточное количество слов на латыни, чтобы затем самостоятельно разбираться в судебных документах. Умение читать судебные документы было весьма полезным для крестьян в те неспокойные времена, которые ждали их впереди. В 13 и начале 14 века Англия переживала расцвет. Небывалый урожай, экономический бум, рост численности населения. Но затем Англии нанес удар ее главный враг. Речь не о новозеландской сборной по футболу, а о погоде. Из-за сильных ливней весь урожай погиб, были затоплены целые деревни. Люди умирали от голода. Казалось, что хуже и быть не может. Оказалось, что может. Вслед за голодом пришла еще более страшная беда – черная смерть. И без того ослабевшее население вымирало. Многие решили, что Бог оставил их. Вера людей поколебалась при виде такого жуткого бедствия. Здесь, в церкви Эшвилла, в Хертфордшире, чума оставила свой след в буквальном смысле. Более 650 лет назад местный священник в отчаянии нацарапал эти слова на стене часовни. Вот эта надпись. «Примула пестис. Первая чума. 1349 год». А чуть ниже он выгравировал большую букву «М». Это 1000. И потом 350. В 1350 году «Мизеранда ферекс виолента». Чума была жуткой, неумолимой и страшной. Еще ниже он пишет: «Жалкие остатки населения, вот и все свидетели тому. Словно могучий ветер пронесся по миру». Черная смерть стала катастрофой. Но, по иронии судьбы, выжившие оказались в лучшем положении, чем раньше. Население Англии сократилось вдвое, рабочей силы не хватало. Обычные арендаторы теперь могли диктовать свои условия. Крестьяне отказывались выполнять повинности, требовали повышения зарплаты, им даже стали платить наличными деньгами. Некоторые бросили свои наделы и заняли свободную землю. Все это было не по душе аристократии. Вокруг стало больше свободных богатств, но она не собиралась отдавать их крестьянам. С ее подачи был принят закон о восстановлении трудовой повинности и снижении зарплат до того уровня, который был до чумы. Но особенно сильно аристократов раздражала новая манера крестьян одеваться. Теперь грубой роби они предпочитали одежду ярких цветов с узкими рукавами и меховой отделкой. Некоторые крестьяне тратили на одежду не меньше знати. Поэтому был принят закон, который устанавливал типы одежды для разных сословий. Например, для всех, кто по статусу был ниже ремесленника, остроконечные туфли считались преступлением. Это распаляло недовольство крестьян. Последней каплей стало введение подушного налога для покрытия расходов на войну с Францией. Он вызвал особое негодование, поскольку налог был одинаков для бедных и богатых. Еще хуже было то, что власти ошиблись в расчетах. Они основывались на численности населения до чумы. Поэтому, когда нужная сумма не была собрана, они ввели повторный подушный налог. Именно тогда произошло немыслимое. Крестьяне взялись за оружие и восстали. Они пришли в Кентербери со всей Англии и направились к Лондону. Их число достигало 60 тысяч. Как же им удалось организовать это без электронной почты и мобильников? Может быть, они использовали свою грамотность, чтобы разнести весть о восстании?
В двух хрониках сказано о подметных письмах, которые крестьяне распространяли в своей среде. Письма были написаны на английском, но они зашифрованы, и сейчас трудно разобрать, о чем в них говорится. Возможно, это подробная инструкция бунта. Вот одно из них в хронике Томаса Уолсингема. Оно гласит: «Джон Пастух приветствует Джона Безымянного и Джона Мельника и призывает им наказывать Хоба-грабителя. Пусть будет одна голова на плечах. Отличайте друга от врага по кличу Ху». Фраза «наказывать Хоба-грабителя» может быть призывом не идти на грабежи, а лишь уничтожать документы и записи. Затем следует фраза «пусть будет одна голова». Возможно, эта инструкция требует от крестьян выбрать одного лидера или явиться в Кентербери, где, как известно, все крестьяне собрались в начале восстания, то есть центром сбора была могила Томаса Беккета. Наконец, последняя фраза. «Отличайте друга от врага по кличу Ху». Это уже абсолютно понятная инструкция. «Различайте друзей и врагов по боевому кличу». Кульминация крестьянского бунта стала одним из самых необычных эпизодов в истории. Десятки тысяч восставших крестьян противостояли аристократии, возглавляемой 14-летним королем. Крестьянский вождь Хоуд Тайлер подъехал к королю, чтобы огласить свои требования, и отхлебнул эля из кувшина. В этот момент ему и перерезал горло мэр Лондона. Огромная толпа готова была броситься в бой, но неожиданно король крикнул крестьянам: «Я возглавлю вас, следуйте за мной!» Король помиловал крестьян и пообещал им отменить крепостное право. Но как только восставшие разошлись, знать тут же затеяла расправу над лидерами бунта. Тысячи восставших погибли. Крестьянский бунт завершился провалом. Однако идеалы свободы и уважения к каждому человеку стали наследием средневековых крестьян. Но в этой истории о крестьянах был один подвох. Лорды сообразили, что раз крестьян освободили от трудовой повинности, то и они сами теперь не обязаны каким-либо образом заботиться о них. Социальное равновесие феодальной системы было нарушено. Но худшее было впереди. Крестьян ждало столкновение с настоящим врагом – овцами. Понимаете, лорд мог гораздо больше заработать на овцах, чем на крестьянах. У овец больше шерсти и молока, и их можно есть. Есть крестьян считалось немного предосудительно, поэтому лорды стали выгонять беспокойных и несъедобных крестьян с земель, заменяя их покорными овцами. Социальный климат в Англии изменился навсегда. Ничего чрезмерно ужасного в жизни крестьян не было. Был период в 14 веке, когда их жизнь была даже комфортна. Но она стала хуже, когда лорды перешли к огораживанию. Ситуация обострилась в эпоху промышленной революции, которая ударила по мелким хозяйствам. Жизнь крестьянина зависит от всего общества. Но понимание того, что средневековые крестьяне жили лучше многих современных людей, отрезвляет. Автор-ведущий Терри Джонс, оператор Патрик Дюваль, композитор Дэвид Митчем, продюсер и режиссер Люси Кук. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Red Media».